13 февраля в 9 часов 20 минут напротив дома 57 по улице Воткинска шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2110, женщина 49 года рождения. Не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом ЛиАЗ под управлением мужчины 59 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водитель автобуса доставлен в РКБ с различными травмами.